Ну и мой любименький пешеходный переход. Что делать с ним? Что делать? Все очень просто. Мы сейчас разрабатываем проект по демонтажу. Мы провели оценку фактического технического состояния. Он является аварийным. В таком виде он существовать не должен, не может, не будет. Ну и весной будущего года мы его демонтируем. Почему весной? По целому ряду причин. Мы хотели демонтировать до конца текущего года, но если мы его демонтируем, мы не сможем привести эту территорию в порядок. И она вот в таком неблагоустроенном виде пробудет всю зиму. Ну, наверное, это некорректно. А весной будущего года мы приведем эту территорию в порядок, мы демонтируем этот надземный пешеходный переход. Он аварийный, и приспособить его ни под что другое нельзя. Его ждет однозначно. Да, он аварийный, но если мы сейчас еще пойдем по пути каких-то там значимых средств для того, чтобы его привести в надлежащий вид, я не говорю про косметику, я говорю про конструктив, ну, наверное, это было бы некорректно.